Всем доброе утро. Иду с Чарли гулять. Сегодня в платье. Белое платье на части надела. В общем, иду с ним гуляю сейчас. Ну и потом, как всегда, по центру пойду гулять. В центру, магазины. Глаза продавать. Или покупать, неважно. Уже позавтракала своим этим тостом. Что тут у нас с погодой? С погодой у нас замечательно. Погода у нас суперская, смотрите, жарко. Несмотря на то, что время около 10, но жара уже стоит. Так что можно потом съездить будет на пляжик, а потом в спортзал. Но это все будет в течение дня, так что поживем, увидим. Подписывайтесь, ставьте лайки, и будет нам счастье. Я уже переоделась, потому что в том платье слишком большой было декольте. И не, ну, конечно, не было ничего видно, но все равно я себя чувствовала неуютно. И мне не нравится, чтобы что-то у меня вот тут торчало, вот эти сиськи вот вылазили. Хоть и сисек нифига нету, но все равно, знаете, в общем, себя неуютно чувствую. Мне больше нравится, когда все прикрыто. Так что переоделась и все. Так свободно чувствую и свободнее, скажем так, а то в том платье не нагнуться, ничего, все вываливается. Ну, не то, что все вываливается, но как-то... Я не люблю вот это вот, знаете, так вот все. Лучше все прикрыто, все мое богатство. Вынь ты, Вадар, вызу Митику, вынь ты. Митико, мой глупо. Ой, ой, мама, и пришла. Да, ты керес тети. И тети керес, да, и ниню. Да, да. Дадим чуть-чуть тети. Ня. Ой, ой. Побежал. Фу, блин, я вся мокрая. Жарища. Купила фрукты, сейчас покажу. Сливы купила. Вот такие вкусненькие. Пару манг. Они, конечно, дуб-дубом, но у меня есть пару штук тут, которая спелая, уже кушать можно. Ой, слива одна есть, нафиг я ее не... А, это не слива, это нектарин, который можно, а эти пускай поспевают. Три яблока. Было написано, что они сьерра-невады. Сьерра-невада, по-моему, даже червивая. Сьерра-невада находится... Мы ездили, когда у меня была сестра здесь приезжала, мы ездили по горам. В общем, Сьерра-Невада, это вот там, где деревушки, там все выращивают, все мед, там все вкусное. И арбузика немножко взяла, четвертиночку. В другой фруктовом магазине я взяла вот такие перцы. Они были в два раза дешевле, чтобы сейчас запихать все это в духовку. И сделать потом, не знаю, что с баклажанами и с перцем. И либо салат вот сделаю, как я делаю, либо что. Такие прищепки взяла. У меня прищепки все куда-то улетают. Мне нравятся вот такие, потому что они зажимают хорошо. И вот на бритву. Я где-то недели две назад прикупала уже бритву. Но муж говорит, они нифига не бреют. Они ходят у меня с бородой, пипец. Они нифига не бреют. Я ему не поверила, говорю, да ладно, не бреют. Ты небось что-нибудь там знаешь как. Вчера начала брить ноги, и они правда не бреют. Вообще я... Пол ноги, вот сегодня, сейчас смотрю, пол ноги у меня волосатые. Вообще, я сейчас же девушке говорю, их же менять нельзя относить. Ну, это же вроде бы как гигиена и все такое. Я говорю, смотрите, я взяла, ну, в другом уже магазине, я говорю, я взяла две недели назад бритвы такие, они нифига не фурычат она. Они, наверное, не подходят для станка. Я говорю, нет, дело не в станке. И она опять мне начинает... что я что-то к станку они подходят. Я говорю, понимаете, в чем проблема? Говорю, вы покупаете нож, он тупой. Проблема же не в руке, проблема в ноже, что он тупой.
эти лезвия тоже тупые. Она говорит, надо поменять станок. Я говорю, да дело не в станке, говорю, дело в самих лезвиях, они тупые. Я говорю, так как их менять нельзя, она, нет, конечно, ну, мы так это, не ругались, ничего, я говорю, но говорю, вы хотя бы предупредите своих, кто там вам поставщиком, что они не фурычат, и от вас просто клиенты будут ходить. Кстати, я всегда покупала в одном магазине, сейчас я просто перешла в другой магазин, но я ее предупредила, говорю, вы клиентов будете терять, потому что они не дешевые. Смотрите, вот эти вот 4 штуки стоят 7 евро. То есть это вам не фигня какая-то по 50 копеек, да? И покупать и выбрасывать 7 евро как-то у меня нет особого желания. И ни у кого, мне кажется, не возникнет такого желания, чтобы выбрасывать просто чисто на деньги. Я лучше яблоки куплю себе Сьерра-Невады. Мне кажется, даже с червяком. Ну и что? Червяк, плохое яблоко есть не будет. И самое интересное, они, видите, вот этот вот их естественный налет, как и в манго, говорит о том, что они вот это вот не в воске, их можно с кожурой есть. И они, смотрите, слышите? И пахнут яблоком. Вы знаете, что я фрукты и овощи люблю покупать по запаху. В общем, сейчас буду делать, отправлять в духовку вот эти вот и что-то готовить, кушать. Смотрите у меня, что будет. Компот из яблок, сухофруктов, это чернослив, красная смородина, лимона и стевия. Более натурально, более вкусно придумать просто невозможно. Кстати, я вчера пила чай с стевией, я добавила буквально 3 листочка, и было так вкусно, так сладко вообще. Так что вообще суперски будет. Мяты не хватает. Классно же, ведь смотрите, какой натюрморт. Компотик готов. Только закипел. И я выключаю. Здесь у меня поджаривается мясо. Буду делать с овощами. Уже все приготовила овощи. Сейчас нарежу еще баклажанчики. Немножко у меня было кабачка. В общем, все туда отправлю. Будет такой типа гуляш будет. У меня тут YouTube, поэтому работаем. Вот что получилось. Очень вкусно. Здесь рис отварила. Всем приятного аппетита. С компотиком. Прелесть. На пляж не поехала. Было как-то пасмурно, что ли, облачно. А сейчас нормально. Но мне уже нужно в спортзал идти. Кто-то приехал. Поэтому белье сейчас сниму. И пойдем в спорт. Мир жвачка заниматься. Что-то не удалось зарезервировать себе место на сумбу. Там нужно зарезервировать. Не знаю, то ли сетью, что ли, что-то. То ли мест нету. Посмотрим. Если мест нету, придется без места как-то пройти. Как-то очень как-то хочется на сумбу. Сейчас столько народу, что места нету, что ли. В общем, не знаю, что это творится. Сейчас пойду узнаю. Если что, пойду, как это сказать-то, зайцем. Без места. Солнце прям так слепит, не могу. В общем, быстренько сниму и пойду собираться. Вышла из спортзала. Смотрите, как у нас вечереет красиво. В общем, попала ли я на сумбу или нет? И каким путем? Обманным? Или как? Или законным? Сейчас расскажу. В общем, я весь день пыталась забронировать себе место. Там бронь нужно производить за 24 часа до класса, да? Я всегда бронировала где-то. Ну, с утра встану и стою и забронирую, да? Ну, сегодня я встала, такая ходила, очухалась в 2 часа. Думаю, пойду забронирую себе место на сумбе. Включаю, залазю туда, в аппликацион, в приложение. Меня ставят в очередь. Ну, вдруг кто уйдет, освободится место, и тогда меня поставят. Думаю, что за фигня, наверное, что-то не работает. Я говорю, как это так, что места, что ли, нет? Не может такого быть. Через полчаса опять такая же фигня.
В общем, я целый день пыжилась-мыжилась, мест нету. Мне так обидно. Я вообще в спортзал записалась только ради того, чтобы ходить на сумбу. Ну, еще какие-нибудь. То есть мне вот эти вот тренажеры, я их не люблю. Мне нужно, чтобы меня развлекали, скажем так. А тут бац, мест нету. Думаю, нифига себе, блин, что же делать. Пошла туда пораньше. И, значит, 20 минут на беговой дорожке вымышляла план, как же мне затесаться незаконным путем в эту очередь, и чтоб никто не заметил. В общем, вынашивала этот план минут 10-15, думаю, как же мне это сделать. А знаете, в чем проблема? В том, что я врать совершенно не умею. И чтобы какие-то махинации провести, я бледнею, я краснею, я падаю в обморок. А там у дверей стоит вот мониторша, да, и нас всех пускает. То есть она когда смотрит, когда не смотрит, что ты отмечаешься. Там такие окошечки, ты вот этой браслетом подходишь вот так вот. Наверное, все знают, подсоединяешь, и там вот тебя типа... Ну и я вот, значит, иду быстрым шагом, 6 километров в час, и вынашиваю этот план. Как же я здесь буду проходить незаконно, чтобы она не увидела, и вот как... Вот встаю, уже бледнею, уже в обморок падаю заранее. Вот. И понимаю, что... Что нифига у меня ничего не получится обманным путем, потому что на моей роже будет все написано. И, в общем, знаете, что? Подхожу прям к ней в открытую, к мониторше, и говорю ей: нет мест. А я очень хочу на сумбу. Она: мне кажется, не будет проблем. Сейчас посчитаю, сколько, ну, посмотрим, сколько людей. Но мне кажется, не будет проблем. У меня камень с души упал. Я думаю, блин, вот представляете, если бы я незаконно все это, ну, незаконно опять, если же не воровать иду или что-то там, убивать кого-то. В общем, так что иногда не нужно никакие махинации проводить, а просто подойти в лоб и спросить, можно или нет. И, в общем, когда все уже зашли, я говорю: ну чего? Она говорит: заходи. И все. Так что, видите, я бы там в обморок упал уже от того, что я что-то сделаю не по правилам. Народу, конечно, много. Очень. Зал не резиновый, поэтому вот так вот. Я когда начинала в конце сентября, нас было, не знаю, человек 20, сейчас человек 50. То есть, если, конечно, набьются столько много людей, то там как селедка в бочке будем. Не шевельнуться, не это, не развернуться. А еще, знаете, мы же все не прям вот прям танцуем шикарно. Мы же как танцуем, кто лево, кто вправо. А если ты стоишь вот так, как селедка в бочке, то влево и вправо просто столкнемся. Вот эти кошатники, кошки там. Мужик вот там, он за ними ухаживает, еду им всегда кладет и воду. Так что вот так вот. Афера моя не удалась, потому что я ее не совершила. И очень рада за это, то бы я себе, знаете, еще корила дня два или три за то, что я незаконным путем бы проникла в зал сумбы. Вот такая вот, не умею я врать, у меня сразу краснею. Вот правда, сразу у меня щеки краснеют, потею. В общем, по мне, у меня на морде написано: врешь. Вот такой вот я человек. Сейчас пойду за Чарли, поставлю батарейку заряжаться на камере и пойдем гулять. Так, знаете, прохладно. Прям это вечерами уже все прохладно. Кто-то в душ пошел. Так что я очень рада. Дома на ужин у меня арбуз, от которого осталось хрен да маленько, потому что он таким вкусным оказался, что просто мы его почти весь съели. Так что пошла я. Все, друзья, буду спать. Я уже почти все смонтировала. Сейчас быстренько все загрузится, перегрузится. И пойдем отдыхать. Завтра у меня рабочая неделя начинается. Голубого сливку хочу одну слопать. Слопать сливку. Буду прощаться с вами до завтра. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. И всем пока.